В поселке Новая Бирючевка Ульяновского района прошло символическое открытие уборочной кампании 2024 года. На поле собрались представители власти и сельского хозяйства, чтобы дать старт важному этапу аграрного года. В прошлом году регион добился значительных успехов, собрав 1 834 тысячи тонн зерна, в два раза больше потребностей области. Сегодня задачи не менее амбициозны. Предстоит убрать урожай с общей площади более 1 миллиона гектаров. Продовольственная безопасность области будет выполнена. У нас потребность 850 тысяч тонн, она будет покрыта в полном объеме, соответственно, зерном полностью будет область обеспечена. Аграрии несколько месяцев готовились к старту уборочной. К работе приступили сразу 10 муниципальных образований. Кампания в этом году началась на 7-10 дней раньше средних многолетних сроков из-за раннего созревания зерновых в южных районах области. В принципе, готовые к уборочной кампании. Как раз вы наблюдаете наши комбайны, технику, в принципе, все готовы, с хорошим боевым настроением. Я думаю, то, что в течение там, 2 недель мы зимнюю уборку закончим. Впереди у аграриев непростая работа. Следом они приступят уже к уборке гороха, яровых и технических культур. Теперь до осени им предстоит работать чуть ли не каждый день сверх нормы, чтобы собрать урожай. Глава региона пообщался с комбайнерами и водителями, узнал условия работы, выслушал просьбы. Ну, я вижу, что техника готова. Да. Ребята все молодцы, здоровы. Сколько у нас получается часов вот, в уборочной работаете в сутки? 15-16, да? Ну, это время весь год кормит, поэтому ничего страшного. Зарплата соответствует. И зарплата соответствует, да? В этом году в уборочной кампании будут трудиться более 7 тысяч комбайнеров, водителей и других категорий сельских тружеников, а также задействовано порядка 3 тысяч единиц различной техники. Стоит отметить, площадь под сахарную свеклу достигла максимума с 2018 года и составляет более 13 тысяч гектаров. Это позволит полностью загрузить Ульяновский сахарный завод. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.